Добро пожаловать на канал Europlay. Продолжаем проходить игру Geometry Dash, и на этот раз у нас уровень X-Step. Он уже имеет безумный уровень сложности, Insane. Первая монета находится на 21%. Аккуратно отпускаем левую кнопку мыши и потом взлетаем. Вторая монета находится на 53%. Находим отверстие, влетаем туда, но не касаемся пола. Третью монету вы обнаружите на 59%. Чтобы ее взять, нужно прыгнуть возле шипов, не попасть на голубой батут и отскочить от голубой сферы. Приступаем к делу. На уровне появляются теперь голубые батуты и голубые сферы, которые меняют гравитацию. Сейчас мы подбираемся к двум желтым сферам, и задействовать нужно только две. Ударяемся в желтый батут и используем сферу. Далее ничего сложного, пока шар не превратится в корабль. Сейчас подбираем первую монету и поднимаемся наверх. Держимся центра и ничего не касаемся. Отскакиваем там, где буёк, и прыгаем на желтый батут. Далее нас встретят две сферы, но нужно использовать только одну. Попав в голубые батуты, ничего не трогаем. И снова я на корабле, держу где-то центр и не попадаю на голубые батуты. Иначе поменяется гравитация, и вы запутаетесь. Достаточно долго мы так пролетим, потом мы увидим отверстие, туда влетим и заберем монету. Главное не касаться пола. На голубой батут прыгаем, на желтый не прыгаем. Третья монета, используем ту тактику, что была в начале видео. Используем желтую сферу раз, два, три и перепрыгаем первый голубой батут. Внизу используем голубой батут. Следующий отрезок превращает нас в шар. Очень простой момент, тут особо ничего сказать даже нечего. Все довольно-таки просто и знакомо. На этом шаре мы прокатимся довольно-таки долго, вплоть до того, как попадем в портал и превратимся в корабль. Главное здесь не касаться земли или потолка. И на этом уровень X-Step заканчивается. Благодарю за просмотр этого видео, с вами был Юрок, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на официальный сайт и Discord, и до новых встреч.